Ощутимый вклад в озеленение Химок внесли жители микрорайона Подрезково. В рамках акции «Наш лес, посади свое дерево» они высадили более 350 деревьев хвойных и лиственных пород. Улицу центральную теперь украшает молодой ельник. Первый заместитель главы администрации Химок Дмитрий Волошин принял участие в акции вместе с сыном. Ощущение счастья, я могу вам сказать. Когда ты делаешь что-то лучшее, а в данном случае мы и озеленяем городской округ Химки, и делаем его красивым, поэтому что может быть лучше, чем высаживать деревья в такое субботнее утро? Большинство химчан также пришли сажать деревья с семьями. Оксана Рахманкина привела с собой дочь. Прекрасное ощущение от процесса. Почаще, наверное, так бы собирали бы народ и подключались бы. Все равно же делаем для себя, для детей, для будущего. Алексей Козловский называет себя ветераном акции. На его счету не один десяток высаженных деревьев. А сына вырастили? И сына вырастили. Дом построили? В процессе. 200 елей участники акции посадили всего за один час. Так как инвентаря было достаточно и лунки выкопаны заранее, оставалось только аккуратно установить в них саженцы и присыпать землей. Я думаю, что это восстановит то, что мы потеряли за ураганы, за наши. Вот, да, и, в общем-то, настроение у всех творческое, веселое. Люблю природу, свежий воздух, вот. Не знаю. Не развлечение какое-то. Такое количество людей принимает участие. Ну, делаем, я думаю, что все жители делают городской округ краше и краше. И за это им огромное спасибо. Сегодня 25 площадок, где высаживается более 9 тысяч деревьев и кустарников. И причем уже многие места, которые выбирают сами жители, и чтобы озеленить свои дворы, сады, бульвары, проспекты. Рядом с площадкой для высадки деревьев развернулась полевая кухня. Так что, поработав лопатами, участники акции смогли подкрепиться гречневой кашей и выпить горячего чаю.